данная многопрофильная клиника «Бригитта», которая сегодня стала участником нашей программы, она находится в Старых Химках. И здесь именно такой услуги для многодетных семей, для инвалидов, для ветеранов еще не предоставлялось. Поэтому хочется выразить вам благодарность и хочется пригласить наших химчан, чтобы они воспользовались данной программой. Давно думали о том, что нужно поддерживать социальные слои населения наши, незащищенные, и уже начали какие-то свои небольшие движения, и тут вдруг оказалось, что у нас в Химках есть такая замечательная программа «Вместе», в которой мы решили поучаствовать, написали заявку, оказалось, это несложно, и теперь мы присоединились, теперь мы готовы поддерживать всех, кому нужна такая помощь.